Всем приветики, с вами Алена, и сегодня я буду делать реакцию на всякие новогодние приколы. Кстати, со мной сегодня моя мама. Привет, привет, ребята, она меня заставляет. Мысли заставляю. Сегодня у нас даже не реакция на Тяночек, не на Дашу Джукелли, а на новогодние приколы, так как скоро Новый год. Так что, ребята, подписывайтесь, будет интересно. Ну что ж, ребята, погнали? Конечно, давай. Ну, начало, ребята, конечно, интересное. Что за кринж? Интересно, интересно. Дед Мороз, конечно, вывозит весь праздник. Мне кажется, Дед Мороз только с корпоратива и сразу на утренник к детям. Ну, вот это вот, конечно, танцы. Дети сзади в шоке. Мне кажется, эти движения совсем не предназначены для детского коллектива. Бедные дети, конечно. У них будет травма с самого детства. Вы представляете вот такого Дедушка Мороза? Ух ты, смотри, какой пляс пошел. Представляете вот такого Дедушка Мороза? Мороз реально вывозит весь праздник. Полетели, полетели, только непонятно куда и откуда. А где подарки вообще? Я не поняла. Мне кажется, Дедушка Мороз ими закусывал. Мне кажется, или что-то с этим Дедом Морозом не так. Мне кажется, он не настоящий. Ну, я на откуда-то сбежал и тут вдруг к детям прибежал. Только самые внимательные поймут, что я не так говорила с мамой. Пишите в комментариях, если вы заметили у нас ошибку. Мне кажется, ты немного не Дед Мороз. Нет, это все-таки Дед Мороз. Смотри, во-первых, подписано, во-вторых, ну, не может быть адекватный человек быть вот таким. Ну все, танцы Деда Мороза закончились, поэтому приступаем к следующему видео. Итак, впереди у нас Новый год, накрываем на стол. Что у нас здесь? Я одна заметила, что у него чайный пакетик в бокале, это вообще... Там явно какой-то оригинальный напиток. Лобстер. Серьезно, лобстер из морковки? Человек никогда лобстера не видел. Нет. Ну, разве только что на картинке. Это просто очень оригинальный человек. Салат змейка. А он точно уверен, что это салат и что это змейка? Это что-то такое среднее. А почему так мало майонеза? Нужно больше. Это какая-то худая змейка получилась. Курочка постная, очень вкусная. Ну все, что я могу сказать, это то, что человек с юмором. Ну, такую курочку я бы есть не стала. Бутерброды с гречневой икрой. То ли с гречкой, то ли с икрой, то ли с гречневой икрой. Оригинально. Осьминоги. Класс. Что-то ног восьминога мало. Посчитайте, ребята, сколько их. Мне кажется, там не 8 явно. Вроде бы у восьминога 8 ног должно быть. Или я ошибаюсь? Наверное, нет. Ну ладно, ребята, это, конечно, шедевр стол. Пишите, ребята, в комментариях, как вам это видео и вообще понравилась ли вам такая рубрика. Как вам такой контент? Интересно нам продолжать или не нужно? Также, ребята, всех с наступающим годом, с наступающими праздниками, ну и так далее. Сильно не драконьте год. Я одна не понимаю немного шутки моей мамы. Ну, ребят, но следующий год это год дракона. Не нужно год драконить, он не так год дракона. Что? А мы, ребята, будем с вами уже прощаться, да? Да, да. Всем до новых встреч, пока-пока.